Кустанайские бизнесмены по несколько часов стоят в очередях на посту Кайрак. Километровые пробки там далеко не редкость, но проблема в том, что из-за них компании несут убытки. Всему виной нерасторопность налоговиков, которые занимаются оформлением документов, говорят бизнесмены. Поэтому они просят открыть дополнительные посты на казахстанско-российской границе и увеличить там штат сотрудников. Готовы ли налоговые органы немного ускориться, чтобы решить проблему, узнавала Айжан Утивова. Такие пробки на пограничном с Россией посту Кайрак отнюдь небольшая редкость. 30 октября, к примеру, очередь из фур растянулась на 8 километров. Скопление грузовых машин объяснились отсутствием авторентгена в ближайших пунктах пропуска и карантина в России. Пропускная способность пограничного пункта Кайрак – 300 автомобилей в сутки. Однако на деле здесь проходит в 3 раза больше машин. А в часы транспортного коллапса, который случился на прошлой неделе, здесь хотели перейти границы до 1300 автомобилей. В экстренном порядке проблему пришлось решать региональной палате предпринимателей и налоговикам. По словам водителей фур, причиной коллапса стала нерасторопность сотрудников органов госдоходов при оформлении документов на товары. Бывает 11-12 часов стоит. А с чем вообще связано долгое ожидание? Наверное, так работают. Юг. Здесь сюда идет, машин много, не справляются, наверное. В департаменте госдоходов сообщили, что в сутки на смену заступают 5 сотрудников. Нагрузка на одного человека в среднем составляет 200 автомобилей. По регламенту на оформление одной машины уходит 5 минут. Однако, если груз консолидированный, время налогового мониторинга заметно увеличивается. По словам водителей, в таком случае оформление одной фуры может занять до 1,5 часов. Бизнес несет убытки, особенно те, кто возит скоропортящиеся продукты. Приезжаешь и стоишь сутки двое. На границе. Пока он доходит до прилавков, там он еще расфасовывает, еще сутки двое. Продукт испортился. Кто виноват? Виноват водитель. Мы не можем уже сказать, что это виноват. Или Комитет национальной безопасности, который нас долго пропускал, или виноват, допустим, департамент госдоходов. Ни грузоперевозчики, ни пограничники, ни налоговики не исключают повторения ситуации. Поэтому водители просят департамент госдоходов расширить штат сотрудников, задействованных в оформлении документов, а также открыть дополнительные посты. По увеличению штата сотрудников, так сказать, помещения, это помещение не наше, здание принадлежит пограничной службе. Мы неоднократно просили выделить помещение больше, чем для соответствия вот этих стандартов увеличения количества сотрудников, но было отказано, так как не хватает мест. Кардинально ситуацию можно изменить только, по всей видимости, в 2023 году. Тогда на пограничном пункте Кайрак планируется провести реконструкцию, обновить технику и расширить полосы движения. Айжан Утиева, Габиден Жокушев, телеканал Атамикен Бизнес.